Знаменитый отель «Ривьера» в Лас-Вегасе сравняли с землей. Здание было разрушено с помощью управляемого взрыва. Гостиница, которая насчитывала более 2000 номеров, в прошлом была весьма популярна и неоднократно появлялась в голливудских фильмах. Однако в последнее время заведение терпело большие убытки, и власти решили закрыть его. На месте «Ривьеры» планируется возвести новый конференц-центр.